Друзья, всем привет! В этом топе я расскажу о лучших, по моему мнению, спиннингах для микроджиговой ловли. Это не будут сверхбюджетные варианты, на этот раз мы затронем средний ценовой сегмент от 4500 рублей до 7. В первую очередь я ориентировался на доступность спиннингов в магазинах, качество и отзывы. Я не буду расставлять спиннинги по местам, а просто предоставлю информацию, на какие палки стоит обратить внимание и на что ловлю я сам. Вы можете быть не согласны с моим личным топом, и я буду рад услышать ваши варианты в комментариях. Итак, погнали! Прежде чем вы посмотрите это видео, ребята, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, подпишитесь на наш канал на YouTube, конечно же, и заходите на наш сайт spinzona.ru. Приятного просмотра! Начнем со спиннингов от компании Aiko, а именно модель Janjetta. Это специализированная микроджиговая серия, состоящая из 7 моделей, разных тестов и длин. 4 модели имеют вклеенную вершинку, а остальные табулярную. Фурнитура данного спиннинга представлена компанией Kigen. Кольца противозахлёстные, рукоятка выполнена из эвы. Строй спиннингов заявлен производителем как быстрый. Также отмечается система SGL, по которой сделаны бланки, что способствует, по заверению компании, уменьшению веса. Но лично по моему мнению, за цену примерно в 6-7 тысяч рублей вес не является каким-то сверхмалым. В целом, отзывы на данный спиннинг положительные, да и компания Aiko хорошо себя зарекомендовала на отечественном рынке. Также стоит отметить, что в линейке представлена одна топовая модель, цена которой в два раза больше остальных. Спиннинг отличается типом катушкодержателя и более продвинутой фурнитурой. Идем дальше. Спиннинг Rimer от корейской компании Black Hole. Состоит из 5 моделей, 3 из которых с солидной вершинкой, а остальные с табулярной. Цена данного спиннинга невелика, в районе 4-5 тысяч рублей. За эти деньги мы получаем палки с фурнитурой на торзайте, разнообразие в длинах и тестах. Одним словом, неплохой выбор для микроджига и рокфиша. К тому же вес данных спиннингов весьма мал. Пользователям данная модель также приглянулась, и отзывы тому подтверждение. Кстати, данные спиннинги обладают неплохим запасом прочности, несмотря на столь скромный вес и тест. А сейчас я вам расскажу о спиннингах от компании Forsage, модель Nitro. Наверное, из всех спиннингов этого топа она выделяется своим дизайном. Первая часть бланка и катушка-держатель белоснежная. Спиннинг выглядит просто потрясно. Хотя могу предположить, что кому-то данная расцветка придется и не по душе. Сейчас представлено 7 моделей, для микроджига подойдут, наверное, 3-4 модели, но скоро также появится еще и несколько новых моделей различных тестов и длин, а также 4-частные варианты. Прежде всего отмечу малый вес бланков, в этом топе столь малые веса являются рекордными. Спиннинги обладают разнесенной рукояткой из эвы, отличными корейскими однолапыми кольцами на торзайте, что обеспечивает легкий дальний заброс по сравнению с обычными кольцами, построенными по технологии SIG. В отзывах люди отмечают как отличную работу с микроджигом, так и с различными разнесенными оснастками. Цена данных спиннингов в районе 5-6 тысяч рублей. Также вы можете обратить внимание и на другие модели этой фирмы. Это Military, Stick, Mr. Fox, River Master. Кстати, на официальном сайте компании сейчас крутые скидки на многие модели до 40%, а на модели без скидок вы можете применить купон УВК, дающий вам также скидку на продукцию. У меня у самого это уже не первый спиннинг от этой фирмы, и я более чем доволен. Кстати, ребята из Forsage выпустили для любителей зимнего спиннинга и зимней рыбалки в целом свой костюм. Зимний костюм за свою цену просто отличный. Не буду много нахваливать, просто скажу, костюм, конечно же, выполнен из современных материалов, он мембранный, невероятная водонепроницаемость в 10 тысяч. Можно просто стоять под ливнем и ни капли не намокнет. Костюм дышит, паропроницаемость в 8 тысяч, ну просто все супер удобно. Выглядит костюм также отменно, в нем и в городе просто появиться не стыдно. Цена более чем хороша, всего 10 990 рублей, и это без учета скидки. Это действительно круто, если сравнивать с аналогами от других брендов с подобными характеристиками. Я лично подарил такой костюм своему другу, и он просто не нарадуется. В дополнение можете приобрести термобелье различных типов и на различный бюджет. В общем, смотрите подробности на сайте. Теперь поведаю вам о парочке моделей от известной компании MeasureCraft. Сначала я выбрал одну модель, это Salpara, но потом решил сюда подкинуть и CrossStage. Я не знаю почему, но в России эти модели дико популярны, на них больше всего различных обзоров и отзывов. Ну да ладно, чем примечательны данные палки?
Когда я обратил на них внимание, меня удивило количество моделей в каждой серии. В Crustage их 75, а в Soulpire 33. Под микроджик и там можно наскрести моделей по 10. Цена Soulpire примерно 5000, Crustage 7. Конечно, везде есть совершенно разные длинные тесты. А также солидные табулярные вершинки. Исходя из цены, в Crustage более продвинутая фурнитура. Отзывы в целом на данные модели весьма положительные, и их очень много. Не хочу долго рассказывать о этих спиннингах, потому что информации просто море. Если вас что-то интересует, найти подробную информацию в сети, ну, не проблема, так что смотрите сами. Я вот долго думал над пятым спиннингом моего топа, искал информацию, анализировал, сравнивал, просто ничего не мог найти. Хотелось бы, чтобы и цена была в адеквате, и по тестовкам и длинам разнообразия. В итоге вспомнил о такой компании, как Crazy Fish. Будучи на прошлой выставке в Москве, мы активно изучали их стенд. Вообще данная контора известна в кругу микроджиггеров в первую очередь своими силиконовыми приманками. Но немногие знают, что у них есть и спиннинги. Да, возможно, в офлайн рознице они не очень широко представлены, особенно в регионах, но в интернете заказать проблем никаких не составит. Так как я уже сказал, что компания специализируется на МДЖ, то и большая часть спиннингов у них заточена именно под это. У них есть достаточно много моделей. Но сейчас я вам расскажу о спиннингах из линейки Inspire. 5 моделей, длиной до 2,30 и тестом по верху от 6 грамм. Весьма стильный дизайн, разнесенная рукоятка из Эвы. Кольца, расставленные по технологии KR Concept. Строй Extra Fast. Присутствует одна табулярная модель. Лично я из минусов хочу отметить только вес. Ни один из бланков не опускается ниже 100 грамм. Но спишем все на хорошую балансировку данных палок. Отзывы также весьма положительные. Цена 4,5-5000 рублей. Также еще раз повторюсь, обратите внимание на другие микроджиговые спиннинги от этой фирмы, их там полно. Друзья, а на этом у меня все. Это был мой рейтинг спиннингов. Я не претендую на истину в последней инстанции. Это всего лишь мое мнение. Я буду рад услышать ваши варианты микроджиговых палок за эту цену в комментариях. И конечно же от лица нашего канала хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пожелать вам в будущем году злых поклевок и достойных трофеев. Будет отлично, если вы поставите лайк этому видео, сделаете репост, подпишитесь на канал, ну или хотя бы просто напишите комментарий со своим мнением. До скорых встреч!